Це чоловік, який проектував такі геніальні нестандартні речі, і австрійці вони його обожнюють. Вундервассер – це зразок нестандартного мислення, що схоже на іспанського Гауді, його так інколи порівнюють. Факт того, що його творіння, вони є лише у Відні. І ось є славнозвісний будинок Вундервассера. Це муніципальне житло, воно є найдорожчим житлом у цілій Австрії. Це такий будинок з різнокольоровими вікнами, так як ось цей сміттєпереробливальний завод, з різної форми цими виступаючими вікнами, з деревами. Воно зовсім не має ніяких прямих кутів. Коротше кажучи, такі... ось так він мислив, ось так він бачив. Столицю Австрії Вену можно смело называть городом для пенсионеров. После 6 часов вечера город медленно вымирает, и только самый центр подает редкие признаки жизни. А в выходные коренного жителя Вены днем с огнем не сыщешь, и город захватывают туристы. И это неудивительно, ведь здесь прекрасные парки, вылизанная до блеска архитектура и масса возможностей для культурного просвещения. Такого количества музеев нет ни в одной европейской столице. Напыщенная чистотой Вена даже немного раздражает, ведь стоит только небольшому кусочку лепнины отколоться от фасада здания, как последний тут же покрывается строительными лесами и к работе приступают реставраторы. Но погулять по Вене приятно, и поэтому я предлагаю это сделать вместе. Наше путешествие по столице Австрии и по совместительству столицы роскоши женских вздохов и мужских слез начинается на Марии Терезии Плац, или площади Марии Терезии. Такое название более привычно русскоязычному человеку. Площадь Марии Терезии входит в список наиболее посещаемых туристических маршрутов и является полностью пешеходной. Кстати, весьма интересный факт. В Вене каждый желающий может свободно прокатиться на Порше, ибо все трамваи там производства этой известной марки. С площади Марии Терезии мы движемся к дворцу Хофбург, зимней резиденции династии Габсбургов ранее и резиденции президента Австрийской Республики сейчас. Дворец интересен тем, что совершенно лишен какой-либо симметрии, и отпетому перфекционисту здесь будет весьма некомфортно. Практически каждый из императоров династии Габсбургов продолжал расширять и перестраивать резиденцию. Для этого они выкупали у владельцев соседнее здание и после их сноса возводили новые корпуса дворцового комплекса. Поэтому он и имеет такую характерную планировку двориками. Всего в Хофбурге 2600 залов. Перед дворцом красуются две конные статуи – Евгению Савойскому и герцогу Карлу Тешинскому. После сноса старых городских стен император Франц Иосиф принимает решение о расширении Хофбурга за счет строительства нового замка. Его строительство завершилось накануне Первой мировой войны, а несколькими десятилетиями после, 15 марта 1938 года, с балкона нового замка Гитлер провозгласил аншлюс. Пройдя галерею сувенирных лавок в крыле Леопольда, мы выходим во внутренний двор Хофбурга, окруженный зданиями старого дворца и носящий название Индебург. В центре двора красуется статуя императора Франца I. В старину здесь вершили суд, устраивали турниры и военные парады. Если пройти через швейцарские ворота, мы попадаем в швейцарский двор. Здесь находится императорская сокровищница и императорская капелла. В сокровищнице хранятся королевские регалии и фамильные драгоценности дома Габсбургов. Самые главные экспонаты – это гвоздь, которым была прибита правая рука Иисуса, это копье судьбы и это короны Карла Великого и Австрийской империи. А в капелле сейчас выступает венский хор мальчиков.
Далее наш путь лежит на Йозеф-Плац, где расположены конная статуя Иосифа II, старшего сына императрицы Марии Терезии, и за его спиной великолепное здание Национальной библиотеки. Вене. В дворце Хобсбург возле памятника Иосифу II. Сука, красиво, блин. Покинув Хофбург, мы движемся по Брауннерштрассе к улице Грабен, где расположена знаменитая Венская чумная колонна. Страшные пандемии чумы со средних веков уничтожали население городов Европы. Медицина была неэффективна, лекарств от черной болезни не было, а гигиеническая безграмотность населения делала проблему практически неразрешимой. Люди молились, взывали к Богу и покровителям своих городов, и если мор отступал, на главных площадях городов вырастали чумные столбы, являющиеся выражением благодарности Господу за избавление. Чумная колонна Вены является собой великолепную барочную композицию, на пьедестале которой скульпторы изобразили императора Леопольда I, что молится перед статуей Венеры. Над его головой к небу поднимаются фигуры ангелов, а венчает композицию изображение Святой Троицы. Вена очень красива, но совершенно не фотогенична. Здания в центральной части зажаты со всех сторон, и совершенно нет простора для осуществления качественной фото- и видеосъемки. И чтобы получить удачный кадр, нужно сильно постараться. Такое впечатление, что средневековые застройщики были совершенно не знакомы с правилами рационального градостроения. Пройдя по Гольдшмидтгассе или аллее ювелиров, мы попадаем на Стефанплац, где расположен собор Святого Стефана, главный католический собор Вены и резиденция венского архиепископа. Собор сильно пострадал от пожара в апреле 45 года. Была полностью утеряна старая крыша и крупнейший колокол Пуммерин. Он обрушился вниз северной башни и, естественно, разбился. Собор восстанавливался до 1960 года. Его новая крыша выложена из 230 тысяч цветных черепиц и является визитной карточкой как самого собора, так и Вены в целом. Ну ты это, подпишись, если что.